150 лет назад здесь казаки приняли неравный бой. На Георгиевский пост, состоявший из 35 воинов, напал 3000-й вражеский отряд. Сражение продолжалось несколько часов. Все казаки погибли в бою, но не отступили. Участники липкинских поминовений возложили цветы к месту захоронения казаков-героев, а также посетили братскую могилу краснофлотцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, и могилу неизвестного солдата. На сегодняшний день Кубанское казачье войско выбрало самый верный путь своего дальнейшего развития. Почему? Потому что мы соединяем прошлое и настоящее и строим дорогу в будущее. А значит, кубанское казачество было, есть и всегда будет на нашей кубанской земле.